И в этом видео я вам покажу, как вы можете бесплатно самостоятельно находить товары на китайских фабриках и видеть прямую цену производителей, а не посредников. Почему мы используем сайт 1688.com? Наверняка вы знаете такие сайты, как alibaba.com, aliexpress.com, taobao.com. И, соответственно, возможно, вы слышали где-то сайт 1688.com. Почему мы рекомендуем вам выбирать товары именно на сайте 1688.com? И все эти сайты принадлежат одной и той же компании. Но при этом они имеют совершенно разные категории, то есть кто на них продает и покупает. Если взять, к примеру, Taobao, Taobao – это розничный сайт для китайцев. То есть, чтобы китайцы для внутреннего рынка Китая – розничный сайт. Что такое AliExpress? Это розничный сайт для глобального рынка. То есть, они не доставляют в Китай, на AliExpress невозможно купить в Китае. То есть, ни один поставщик на AliExpress не имеет права доставлять внутри Китая, только за границу. А на Taobao, наоборот, они могут доставлять только внутри Китая. То есть, это два розничных сайта. Поэтому, если вы занимаетесь оптом, то смотреть цены на розничных сайтах просто бессмысленно. Итак, вы знаете такой сайт, как alibaba.com, что это оптовый сайт, глобальный сайт Китая оптовый. Почему мы вам рекомендуем 1688.com, внутренний китайский оптовый сайт? Первая причина, то что на сайте 1688.com у нас есть гарантия. То есть, когда мы оплатили ваши деньги поставщику, если в течение 14 дней поставщик нам не присылает трекинг номер, не присылает товар, мы имеем право пожаловаться администрации сайта, и они возвращают нам деньги полностью. Соответственно, ваши средства всегда застрахованы, и нет никакого риска, что мы их потеряем. Поэтому мы вам предлагаем именно искать на этом сайте. Alibaba.com не имеет похожих каких-то защит, чтобы можно было как-то обезопаситься от мошенников. И на Alibaba.com очень много мошенников. Поэтому риск очень большой. Вторая причина, по которой я вам рекомендую 1688.com, это потому что мы уже неоднократно выясняли, что на Alibaba.com 90% это посредники, которые занимаются оптом, но все равно это посредники. То есть многие фабрики, у них даже нет отдела, кто говорит на английском. Им проще работать с трейдинг компани, да, то есть с торговыми компаниями, которые находятся в Китае и которые просто только фокусируются на отправках за границу. Им не нужно делать свой отдел продаж и заниматься иностранными клиентами, потому что китайцы сами понимают, что иностранцы другой менталитет. Они даже не хотят в это вникать, понимать этот менталитет. Им проще отдать просто каким-то торговым компаниям, которые сами оптимально будут перепродавать на Alibaba. На сайте 1688.com в основном это как раз таки прямые фабрики. Вот в чем плюс искать именно на сайте 1688.com. И гарантия. Соответственно, это две основные причины, по которой мы, в принципе, делаем 99% заказов на сайте 1688.com. Итак, когда вы откроете этот сайт, у вас наверняка, если вы это открыли первый раз, может быть какой-то небольшой испуг, что все на китайском, что делать? То есть вы не знаете китайский, как переключить на русский? Да, то есть у вас наверняка возникнут такие мысли, и я вам хочу сказать, что не переживайте, то есть все наши клиенты, которые у нас уже заказывают много лет через сайт 1688, пользуясь нашими услугами, все наши клиенты не говорят на китайском, и многие даже не говорят на английском. Поэтому вам не стоит пугаться, что вы не имеете знания китайского языка. В данном видео я вам покажу, как вы можете самостоятельно находить на сайте 1688 без знания английского, без знания китайского, как вы можете очень просто находить любую позицию и смотреть цены конечных поставщиков. Кроме этого, под этим видео будет закреплен бланк заказа. Пожалуйста, постарайтесь его скачать сразу, прямо сейчас лучше нажать на паузу, скачать его, и пока вы ищете товары, очень удобно сразу сохранить ссылки, чтобы вы их не потеряли. Итак, друзья, открываем браузер Google Chrome и в адресной строке пишем 1688.com. Далее, вверху вы видите строчку поиска на 1688.com. Это где вы можете найти фабрику, которую вы ищете. Если вы хотите найти брендовый товар, то его нужно искать на английском языке. К примеру, я решил найти аксессуары для приставки Xbox. Я пишу просто по-английски Xbox. Далее, к примеру, вы решили заказать зарядку.
для двух джойстиков одновременно и джойстики. И, к примеру, наушники. К примеру, вы посмотрели данную ссылку, посмотрели, что даже от 1000 штук 25 юаней, и вы подумали, наверное, это неподходящая ссылка. Закрываем. Далее. Джойстики 37 юаней от 10 тысяч штук. Допустим, вы решили, что да, это подходящая цена. Что нужно сделать? Нужно скопировать ссылку выше. Вставить ее в бланк заказа. Написать 37 юаней за одну штуку. 10 тысяч штук. Далее. Общую цену посчитает менеджер, когда узнает цену доставки по Китаю. От фабрики до нашего склада в Гуанчжоу. Это мы можем сделать сразу после того, как вы заполнили. Вы можете прислать нам до оплаты, мы можем это узнать. Далее, в поле примечаний вам нужно указать, какие цвета. Допустим, вы решили 1000 белых. И 9000 черных. И, к примеру, вопрос к поставщику. Есть ли русский язык на упаковке? Далее. Вы решили посмотреть дальше, что еще есть там интересненького. Нашли наушники. Итак, а почему здесь от 17,5 до 19 юаней? Здесь, получается, цена зависит не от количества. Здесь цена зависит от того, что вы хотите без коробки или с коробкой. Коробка не обязательно будет белого цвета, это просто для примера. Итак, допустим, вы решили с коробкой, то, соответственно, вы видите, здесь цена написана 19 юаней с коробкой. Итак, дальше вы просто копируете ссылку выше. Вставляем ее в план заказа, пишем 19 юаней, 1000 штук, и там было два оттенка, то есть черный с красным, допустим. Вот, вам нужно просто один оттенок. Далее, если у вас нет никаких вопросов, вы просто можете сохранить план заказа. Если вам нужно больше, вы можете вписать больше, если это все, просто нажимаете «Сохранить». И присылайте к нам поддержку, чтобы мы вам помогли рассчитать уже цену доставки по Китаю и конечную стоимость. Итак, для того, чтобы найти не брендовые товары, также открываем браузер Google Chrome. Первоначально я рекомендую вам открыть переводчик. К примеру, вы выбрали translate.yandex.ru. И слева у вас должно быть написано русский язык, справа у вас должно быть написано китайский язык. Далее пишем ключевое слово. Допустим, ваше ключевое слово – развивающие игрушки. Тогда у вас появится с правой стороны перевод на китайском языке. Копируем нужные иероглифы и открываем сайт 1688.com. Далее сверху у вас получается строка поиска. Вставляем нужные иероглифы и нажимаем «Поиск». После этого вы просматриваете, какие позиции вам интересны. И, к примеру, вам нужны развивающие игрушки для детей, деревянные фигурки. К примеру, эта позиция вам подходит. Далее, здесь получается три цены, которые зависят от количества. К примеру, вам нужна вот последняя цена. И то есть для этого вам нужно заполнить в бланке заказа цену, также то есть ссылку на товар, который находится выше. К примеру, вам нужно количество 1000 штук. И, допустим, у вас всего один вопрос к поставщику. Для этого вам нужно написать в колонке «Вопрос к поставщику». Есть ли русская инструкция? Далее. После этого, если, к примеру, это все, что вы хотели заказать, вы можете сохранить бланк заказа и прислать менеджерам. И что потом вы сможете получить в ответ? То есть, когда вы напишете вопрос поставщику, здесь, получается, менеджеры впишут ответ от поставщика, когда уже будет известно. Кроме этого, менеджеры узнают, какая окончательная цена доставки по Китаю от фабрики до нашего склада в Гуанчжоу. И тогда здесь появится конечная цена уже с доставкой по Китаю. Если вам нужно дополнить дополнительные позиции, допустим, данную позицию, часы, вы также копируете ссылку. Вставляете. Далее, допустим, вам нужно по 16 юаней, также 1000 штук. И, к примеру, здесь у вас вопрос, к примеру, есть ли русский язык на упаковке.
После этого, когда вы закончили, вы просто сохраняете бланк заказа и присылаете к нам на почту. Далее менеджер обрабатывает и присылает вам ответ. Сейчас я вам покажу конкретно, как скачать лицензионную версию OpenOffice, которая вам поможет открывать любые Excel-файлы, включая наш бланк заказа. Кроме этого, под этим видео есть ссылка на бланк заказа, который тоже вам нужно скачать. Получается, вам нужно скачать программу для открытия файлов, если у вас еще нету. Это, к примеру, OpenOffice. Да? То есть вам нужно скачать, кроме этого, бланк заказа, скачать браузер Google Chrome и установить приложение для автоматического перевода, если вы хотите, чтобы сайт автоматически был на русском языке, когда вы просматриваете. Итак, пойдемте по порядку. Первое – это то, что нужно установить OpenOffice. Вам нужно зайти на сайт openoffice.org. Когда вы увидели данную страницу, если вы не понимаете по-английски, вам можно в правом верхнем углу переключить язык. Переключайте на русский язык. И далее вам нужно нажать кнопку «Загрузить Apache OpenOffice». Нажимаете эту кнопку. И далее здесь должно автоматически определиться, какая у вас операционная система. Вы выбираете язык и нажимаете «Download Full Installation». Вот. И после этого, то есть, вы просто следуете ссылке. У нас уже установлено на данном компьютере приложение, вот поэтому вы видите здесь иконку. А у вас, если не установлено, вы просто нажимаете здесь, и дальше уже все просто. Чтобы найти Google Chrome, очень просто. Мы просто заходим на сайт google.com и пишем Google Chrome. Далее, то есть, у вас, скорее всего, должна быть эта первая ссылка, или максимум вторая ссылка. Вы открываете, в зависимости от того, на каком языке ваш компьютер, у вас должно здесь появиться все на русском языке. Так как у нас компьютер на испанском, вы видите, что здесь все на испанском. Вот, поэтому здесь будет синяя кнопка на русском языке «Скачать Chrome». Вы просто нажимаете эту кнопку, и он устанавливается. Так как у нас он уже установлен, я не буду нажимать, вы просто нажимаете, и очень простейшая инструкция. Для того, чтобы вы могли просматривать страницы сайта 1688.com на русском языке, вам нужно установить Google Chrome и приложение для перевода, автоматического перевода страниц. То есть мы ниже приложим ссылки конкретно, как это сделать. А сейчас я вам покажу, как это использовать. К примеру, на примере того же Xbox мы открываем любую страницу, и потом Google Translate будет нам предлагать перевести страницу, сразу будет под адресной строкой. У вас будет на русском языке, вы нажимаете «Перевести» и выбираете русский язык. Скорее всего, он у вас уже будет выбран. И после этого, как по волшебству, весь сайт переводится на русский язык. Сразу скажу, конечно, это не супер перевод, но вы уже можете ориентироваться, то есть практически по всем основным вопросам. Вот. И то есть таким образом вы сможете уже посмотреть больше деталей о товаре, который вас интересует, узнать информацию, описание и так далее. Итак, друзья, спасибо большое за просмотр нашего видео. Я очень надеюсь, что вам оно помогло, и вы смогли разобраться, как вы можете самостоятельно выбирать любые товары в Китае, смотреть цены прямых производителей. Я очень надеюсь, что вам это помогло видео. Если вы вдруг не смогли найти вашу позицию, пожалуйста, посмотрите ниже наши дополнительные услуги по поиску, чтобы мы смогли вам помочь. Если вы нашли уже вашу позицию, тогда, пожалуйста, перейдите в раздел «Выкупа и доставки». И там мы вам расскажем подробности, как мы поможем вам выкупить товары, доставить. А также у нас есть раздел о проверке товаров. Если вам нужно проверить ваш товар, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Проверка товаров». Спасибо большое, друзья. Смотрите информацию под этим видео.